я бы решил показать новые крутые секретные анимации. Что анимация прикольная, но мне кажется, что разработчики по-любому запрятали. Нет, я нашел! Нет, я... Брат, вау, что реально там? Анимация на миниган? Куда убрали секретные анимации на USB? Показываю! Да, вышло! Смотрите! Здарова всем, ребята, Кентусик на проводе. И прямо сегодня, ребята, с вами эксперт по обновлению. Чтоб понимали, я уехал в горы, и тут вышло обнова. И, конечно же, я вам решил показать новые крутые секретные анимации. И в этом мне помогут мои два друга, Биба и Боба. Всем привет! Ладно, шучу. Короче, пацаны, знакомьтесь, это Дэвид Килл по прозвищу Пеппа. А это Лим по прозвищу Пенч. Ну что, мужики, доставайте ваши пуколки. Пуколки достали! Достали, и прямо сейчас начинаем осматривать. Ну а пока мы осматриваем, уважаемые подписчики, прямо в эту секунду все прожали по лайку, подписались на мой канал и написали любой хороший комментарий. Знаете что? Если вы все это сделаете, то я вам подарю совершенно бесплатно Gold Pass'ик. Лайк, подписка, комментарий и смотреть без перемоток. Так, все, пацаны, начинаем осматривать. Это у нас бластер. Очень крутая пушечка. Блин, какая же это анимация. Ля, соседи, извините, я записываю это видео в 10 вечера. Соседи сейчас, наверное, просто в шоке. Ля, ребята, это имба. Это я бластер! Пацаны, ну как, ты в штанах пошел, Дэвид Килл, признавайся, родной. Конечно, ух, у меня пристало. И у меня пристала шишечка, ля, пацаны, неплохо. Так, теперь постреляйте туда, в стенку, стреляем, смотрим. Ну, слушайте, анимация у бластера очень прикольная, да, анимация выстрела? А ну-ка, так. Бум. Ля, ты посмотри, как он рукой дергает, да? Так, окей, с этой анимацией мы разобрались. Пацаны, а знаете, что мы будем смотреть дальше? Знаете что? А мы дальше... Ой, брат, сорян. Пресс F, мужики. Ну а дальше мы будем смотреть миниган. Мужики, что вы скажете по новому минигану? Большой или нет? Так, давайте... Большое оружие. В смысле маленький? Так, пацаны, давайте вначале послушаем этот прекрасный звук. Такое ощущение, что я качусь на комбайне в селе. Так, братва, анимация осмотра. Лим, давай, братах, осматривай. Погнали. Ой-ой-ой. Сила. Вот это анимация. Слышишь, это ты осматриваешь? Да, я осматриваю. Чего так слабо-то? Дорогулечка ты моя. Ля, даже все лагать начал. Так, брата, теперь давайте посмотрю я. Вау, вот это имба! Не, слушай, ну анимация осмотра пойдет. 5 с плюсом. Ребят, за это лайк. Почему? А сейчас аккуратненько постреляйте. Аккуратненько. Стреляем. Просто зажмите. Вау, да ты шо? Круто. Вот это... Не, миниган это имба. Хэштег непогано. Не, миниган мне нравится. Прям очень крутая анимация выстрела. Такой синенький огонек. Ну, ребята, наша задача что сделать? Найти секретную анимацию. А то, пацаны, достаем и смотрим. Секретная анимация. Что вы тут расслабляетесь? Секретная анимация. Так. Погнали. Кто-то что-то нашел секретное? Пока что нет. Плохо ищите! Ваша задача, будете искать, пока не найдете. Секретная анимация, поняли, миниганчик? Ля, ну слушай, ну анимация прикольная, но мне кажется, что разработчики по-любому запрятали... Кет, я нашел! Что реально там? Анимация на миниган? Да брат! Брат, ты не можешь спуститься! Показывай! Ты не успел... В смысле не успел, слышишь ты? Риба Пепа, мне кажется, вы меня разводите, братва, не надо меня обманывать. О, у нас еще есть базука. А давайте анимацию базуки мы посмотрим на другой карте. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, вам покажем анимацию на базуку. Ля, что такое? А, это миниган, мы же его смотрели, правильно? Так, пацаны, нам нужна базука. Кто нашел базуку? Я нашел! Ля, вот это имба! Так, ребята, прямо сейчас начинаем просто осматривать. Просто осматриваем базуку. Давай. Да ты что? Вау. Вау, вот это красота. Слушайте, ребят, за это надо прожать лайк, потому что анимация реально очень прикольная. Посмотри, он вначале вот так смотрит, потом его подбрасывает и переворачивает обратно на вторую сторону. Слушайте, ну мне нравится, прям прикольненько. Пацаны, ваша задача найти секретную анимацию. Пока не будет секретной анимации. Так, смотрим. Я тоже смотрю секретную анимацию. Ля, прикольно. Давай. Нет, смотри, быстрее, куда секретная анимация. Ну. Где? Братан, где? Меня! Где? А ты что делаешь?
Ты чё, сумасшедший? Обалдеть. Да. Почин... А вы можете прямо сейчас просто пострелять вдаль? Я хочу посмотреть, какая анимация стрельбы. Вы гоните? Здание. Обалдеть, вот это прикол, да? Слушайте, ребята, очень крутая, прикольная анимация. Мне нравится. А теперь давайте я постреляю. Пацаны, а дайте папка стреляет. Ля, прикол. Так, а ну-ка, если по вам стрелять? Дэвид Килл, братан, не повезло тебе. Ну а прямо сейчас, знаете, о чем мы забыли? Дробаш. Дробашечек, мужики, ищем вот дробаш. Вот дробаш. Ген, ну-ну-ну. В смысле откуда? Ты же не в курсе? От булдропщика. Там, братанчик, прямо сейчас на булдропщике приходят два ивента. Они уже заканчиваются, потому успей поучаствовать. Первый ивент, ты можешь получить 1 000 000 голдишки, а второй ивент, это булпасик. Ты проходишь задание и получаешь на халяву топовый дроп, ножички и так далее. И помимо всего этого, лично от меня, промик на халяву. Смотри прямо сейчас закрепленный комментарий, там все будет. Отвечай, не пожалеешь, промик на халявный дроп. Окей, Кент, я побежал к тебе, всем пока. Дробаш! Мы же реально не смотрели секрет анимации на дробаш. Так, ребят, осматрим. Вначале просто все осматрим. Все подошли ко мне, кто не пепа вонючая. Подошли ко мне, подошли ко мне. Блин, мне соседи стучат, наверное, тоже хотят видео попасть. Пацаны, давайте прожмем лайк, потому что если мои видео в 10 часов вечера с вот такими вот стенами, соседи тоже будут слышать видео, самое первое услышат видео. Так, ребят, смотрим анимацию дробаша. Слушайте, ну... Ну, если честно, она похожа на анимацию... А как называлась эта первая пукалка? А, на анимацию бластера, точно. Она очень похожа на анимацию бластера. Слушайте, ну прям очень похожа. Но мне нравится, мне нравится. Так, окей. С анимацией мы разобрались. Пока же ничего секретного не вижу. Теперь, пацаны, смотрите, стреляйте в стеночку, я посмотрю, как оно смотрится со стороны. Смотрим, смотрим. Короче, вылетает какая-то зеленая дичь и просто стреляет в стенку. А ну-ка, попадите по мне разочек. Ля, на стычке мочит. Обалдеть, не, ребят, пушечка, конечно же, имба. Давайте мы прямо сейчас еще попробуем посмотреть. Анимация, анимация, анимация. Наша задача анимация, пацаны. Что это? Что это, Дэвид Килл? У тебя секретная анимация? Анимация, секретная анимация. Чувак, ты чё? Ну а прямо сейчас мы еще посмотрим другие анимации на обычные оружечки. То есть, как вы поняли, пацаны, тут пока же все по дефолтику, да? Давайте посмотрим анимации на другие оружечки. Блин, ребята, посмотрите на этих двух красавчиков. Ля, пацаны, а что это вы голубые, а? Все в тебя. Не понял. Хэштег кентнипепа. Ну и так, просто на всякий случай. Так, мужики, прямо сейчас мы все должны найти секрет анимации на USP, вам понятно? Прям сейчас, братан. Да, кто понятно. Первый найдет, тот четкий пацанчик. Кто найдет последний, тот вонючий грибопепа. Все, давайте, прям сейчас ищем анимацию на USP. Потому что, а вдруг ее убрали, а мы даже не знать не будем. Поэтому почти внимательно смотрим, внимательно, внимательно. Осматриваем. Братва, пока я говорю сразу, кто из вас найдет первый, получает нож от меня. Я не шучу, понимаете, да? Поэтому ищем, 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 ищем. А вдруг ее убрали? Да не-не, надеюсь, не убрали, разработчики... А что такое ощущение? Мы уже 2 минуты втроем пробуем, никого не получилось. А вдруг реально убрали? Не, разработчик. Вот мне всегда получалось. Почему-то сейчас не получается. Ребят, мы уже пробуем почти 5 минут, и у нас не получается. Ха-ха! Это прикол какой-то. Походу убрали секрет анимации на USP. Вот это разработчики нам пасхалку-то оставили. Да будь такого не может, за 5 минут ни разу не вышло. По-любому должно было выйти. Нас же трое. Я... Да, вышло, 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 смотрите, смотрите, смотрите! Обалдеть, да! Ой, блин, пацаны, случайно, я от радости, так сказать. Ребята, ее не убрали, но, походу, уменьшили очень сильно шанс, потому что сейчас, чтобы ее сделать, надо очень сильно постараться, это было очень сложно. Так, ребятки, давайте в этом раунде будем искать анимации на новые оружечки. Все ждут меня на базе, я сейчас все закуплю и будем пробовать. В общем-то, нож выиграл Кент. Все, пацаны, остаюсь при своем. Так, пацаны, сейчас подбираем оружечки. Сейчас подбираем оружечки. И ваша задача найти новую анимацию. Ищем, ищем. Так, ты ищи на АВМТХ, ты ищи на М40, а я буду искать на ФАМАС. Внимательно смотрим, братва. У кого будет новая анимация, кричим. Ищем, ищем, братва, ищем. Я знаю, мы сможем найти. Кет, новая анимация, мои. Вау. Слышишь? Дорогулечки, ты моя. Слышь, я ще этот М40, тебя засуну кое-куда. Ты что у нас с подписчиками-то обманываешь? Хэштег Дэвид Килл падаль. Давайте я посмотрю секретную анимацию на Кирголд. Ля, какой он светлый. Посмотрите, обновили Кирголд. Он реально стал очень ярким, не знаю, выйти или нет.
Обалдеть! А чего такой белый? Он раньше таким не был. А ну-ка, может, я пойду сюда? Ля, его сделали более ярким, более золотым. Обалдеть, слушайте, ну прикольно, прикольно. Обновили, Кирголд, он реально стал более ярким. Дробаш, дробаш, дробаш. Но по дробашу, смотрите, в принципе, все как было, так и осталось. Я смотрю, да? Кстати, анимация дробаша, это точь-в-точь анимация бластера. Ля, я-то что, думаю, что-то знакомое. Я буду искать меху. В натуре, брат, а можно я поищу? На пулемет по-любому могли запрятать новую анимацию. На. А ну-ка, сюда. Ищи. На базу. Где? Слушайте, мне кажется, или я поменяли? Вот сейчас без рофл. Ребята, пишите в комментариях, сейчас анимацию на пулеметчик поменяли или нет? Потому что дай у меня что-то упирал. Такое ощущение, что новая меняли. Анимация? Кент, новая где? Анимация? Где? На билетах. А чё это? А ну-ка, стой. Давай посмотрим, подожди, анимация на билетах. Из на билеты реально могли добавить анимации. А давайте сейчас все поищем секретные анимации на беретце, потому что беретцы — это свежие пистолеты, и по-любому их могли добавить новые анимации. Так, внимательно смотрим, внимательно смотрим. А ну-ка. Так, смотрим, М16, М16. И че тут по М16? Вот, кстати, на АБ5 анимация странная. Эксперту, да, эксперт, я сейчас скажу, странная или не странная. Мне или не так... нравится ее анимация. А это ну-ка, внимательно смотрим. Недоработанная. Нет, недоработанная, это твоя левая нога, братан, тут все в порядке с анимацией. Слушай, анимация? Ну какая-то да, она слишком дефолтная. Ля. И в номинации самая страшная анимация побеждает МП5. Ну что же, уважаемые подписчики, я думаю, что можно потихонечку прощаться. К какому выводу мы пришли? То, что разработчики нафиг заскамили и ничего не добавили. Ну ладно, шучу. На самом деле, разработчики молодцы, выпустили обнову хорошую. Если я оценить по шкале от минус 5 до 0, я поставил бы твердый 0. Ну что же, уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока.